Добрый день, меня зовут Алексей Яковлев, компания Simcomplex. Сегодня я вам расскажу про экосистему в области создания автоворонок продаж в мессенджерах. Это трендовое направление текущего года по созданию автоворонок. И сейчас мы создали своего рода такую экосистему, о которой я вам сейчас, собственно, и расскажу. Ссылку на обучающий курс вы найдете под данным видео. Значит, почему мы так ее назвали? Потому что мы объединяем, с одной стороны, специалистов, которые хотят получить востребованную профессию, а именно научиться создавать автоворонки, настраивать рекламу. Ну, то есть, кто хочет получить новую востребованную такую профессию. С другой стороны, это заказчики, те, кто хочет увеличить свою прибыль при помощи современных трендовых технологий. А автоворонки продаж в мессенджерах как раз такой технологией и являются. И под данным видео, как я сказал, есть ссылка на бесплатный видеомарафон, который вы можете в любой момент, в любое удобное для вас время смотреть и изучать. И он будет полезен как непосредственно людям, которые хотят получать востребованную профессию и зарабатывать на этом. Также он будет полезен для тех, кто хочет увеличить продажи в своем бизнесе и получать заказы. Значит, почему это сейчас востребовано и нужно? Потому что средняя стоимость создания автоворонки продаж в мессенджерах колеблется от 3 до 7-10 тысяч евро. Мы, создавая эту экосистему, о которой я вам чуть попозже расскажу, мы как раз сделали такую возможность, что стоимость определяете вы сами, в зависимости от того, какого уровня специалист будет настраивать вашу автоворонку. Если совсем новичок, который только обучается, и у него еще нет опыта в настройке автоворонки, это может быть вообще абсолютно бесплатно, либо там какие-то минимальные деньги. Если это уже профессионал, у которого есть огромное количество кейсов, который уже давно проходил наше обучение, и уже в нашей компании много кейсов есть у него, много воронок выстроил, и есть аналитика по ним, то есть сколько вложили в рекламный бюджет, сколько на выходе получили продаж, то это, естественно, будет уже подороже, но все равно дешевле, чем средняя стоимость на рынке. Этим самым мы гарантируем тем людям, которые хотят сменить профессию, получить новую востребованную профессию, мы им гарантируем, что во время обучения они уже заработают деньги на новой профессии непосредственно, о которой я вот сейчас приступаю вам рассказывать. Итак, автоворонки продаж в мессенджерах. Что такое вообще автоворонки, или как его называют, туннели продаж в мессенджерах? Сейчас уже продажи в лоб не работают, когда вы сразу же говорите «купите мой продукт», или там «купите мой курс обучающий», либо там «закажите мою услугу», там по ведению бухгалтерии, например, или юридическую какую-то услугу. Такие лобовые продажи, они работают все хуже, хуже и хуже. Что такое воронка продаж или туннель продаж? Это вот так, примерно вот так выглядящий путь клиента. То есть, когда человек цепочкой касаний получает ту или иную информацию и, коммуницируя с чат-ботом, он получает ту или иную информацию. Тем самым, понимая все преимущества работы с вами, он уже проникается определенным доверием, он получает определенный контент разогревающий, и на выходе он уже с легкостью конвертируется. Вот в курсе, который ссылку на ниже вы видите, вы увидите ряд кейсов реальных. Я вообще курс, коротко расскажу. Он состоит из 7 уроков. Первые 2 – это вводные. Как, что я специально их вынес, знакомство, как будет проходить обучение и так далее. А остальные занятия – это непосредственно уже практика. Там не будет уже никаких историй, никакого знакомства, просто практика, как, что делать. Поэтому очень рекомендую вам этот бесплатный марафон изучить. И там вы увидите эти кейсы. Не буду сейчас повторяться. Значит, как выглядит вход в автоворонки? Автоворонка, которая строится на базе Lilloy, выглядит следующим образом. Здесь вы баннер определенный, потом дальше вы определенную заманушку. Например, хочешь там получить часть книги, оставь свой мессенджер, выбирая там Facebook, в Telegram, Viber, либо ВКонтакте, и заходит уже непосредственно в воронку. Дальше вы его по этой воронке ведете. Значит, что лучше? Воронка продаж, либо продажи в лоб? На этой табличке я привел
разные варианты. И, как вы видите, продажи в лоб, они хорошо работают лишь в одном случае, а именно для срочных тематик. Это вызов такси, эвакуатора, там, аварийку и так далее. То есть там никакие воронки не нужны. Если человек прорвало там трубу, он не пойдет входить в воронку. Он сразу же позвонит сантехнику. Значит, все остальные вы здесь можете почитать, а также в курсе, который по ссылке ниже, вы можете все более детально уже изучить. Здесь я привел тоже результаты воронок. То есть, там был определенный замер, что рекламный бюджет 30 тысяч, полученная сумма 170. Ну, больше примеров, как я сказал, это тоже во вводных видеоуроках к курсу по ссылке ниже вы найдете. Сейчас не будем на этом останавливаться. Сейчас я хочу поговорить о том, из чего складывается стоимость автоворонки и что будут уметь те, кто пройдет курс, ну, именно те специалисты, которые хотят сменить профессию, что они будут иметь. А для заказчиков это будет полезно, потому что вы поймете, из чего, во-первых, складывается стоимость воронки и что шаг за шагом будут делать те ребята, которые будут настраивать вам воронку. Значит, первое. Нужно создать продуктовую матрицу. А именно, нужно понять, кто ваша целевая аудитория, выделить сегменты этой аудитории, понять, какие боли у целевой аудитории, и выписать уникальное торговое предложение, мафия, оффер и так далее. Этому всему мы будем учиться на курсе. Далее. Создание лид-магнита, то есть заманушки. Как я вам показывал пример с входом воронка, там заманушка была PDF, часть книги. То есть, хочешь получить книгу, оставь мессенджер и получишь. Далее идет так называемый tripwire. Это продукты очень небольшой цены, обычно это до 1000 рублей. Ну и дальше уже подводит через автоворонку к покупке основного продукта. То есть эти продукты, они будут созданы. Дальше идет допродажа и абонемент, когда уже ежемесячные какие-то платежи поступают. Далее продумывание дизайна пути клиента. Это то, что я вам на схеме показывал. Это тоже будет уметь тот специалист, который хочет сменить профессию, получить востребованную профессию, уметь настраивать автоворонки сам. Значит, далее пошли подготовительные технические работы, а именно создаются целевые страницы, подписки, создание и наполнение групп ВКонтакте, Фейсбуке, устанавливаются всевозможные коды через Google Tag Manager, а именно коды Google Analytics, Яндекс Метрики, настраивается сквозной ремаркетинг, ну а также настраиваются пиксели Facebook и ВКонтакте, а также RCA там, и Google Ads, для того, чтобы потом догонять через ремаркетинг и искать схожие, ну, как искать схожие аудитории, так и догонять через ремаркетинг. Это тоже будут иметь те, кто пойдет, ну, кто пройдет курс. Далее будет создаваться контент под воронку, а именно записываются видеоинструкции, вот как вы сейчас смотрите различные видеоуроки, лайв-трансляции, проводятся вебинары, автовебинары. Это тоже вот архитектор таких автоворонок умеет делать и будет делать для заказчиков. Значит, пишут тексты в различных стилях, там в стиле сторитейлинга и так далее. Создаются графики для, ну, графика для автоворонок, картинки, контент, графический контент, инфографика и так далее. Далее непосредственно вот такой эксперт умеет настраивать непосредственно саму автоворонку, а именно выстраивается вариативный туннель, создаются мини-лендинги для мобильных, настраивается CRM-система. Если нужно, если это инфобизнес, то настраивается связь с GET-курсом, там в GET-курсе настраивается геймификация и так далее. То есть это тоже архитектор все умеет. И это будете уметь вы, когда пройдете этот курс. Далее настраивается привлечение целевого трафика. Это Facebook, Instagram, ВКонтакте, Direct, Google Ads, MyTarget, ну а также сквозной ремаркетинг. Как вы могли обратить внимание, это все позиционируется как отдельные профессии, то есть есть обучение непосредственно Instagram, обучение Direct, обучение MyTarget, но вот архитектор, он должен уметь, и он умеет вот после этого курса, они умеют непосредственно привлекать трафик с разных источников, потому что в автоворонку нужно пускать трафик с разных источников, и чем дешевле он будет, тем выгоднее будет ваша автоворонка. Поэтому такой вот архитектор, он все это имеет. То есть это такой
все в одном. Это его можно уже назвать интернет-маркетологом, такой комплексным интернет-маркетингом, кто занимается. Поэтому, кто заинтересовался, если вы заказчик, вам будет полезен этот курс, переходите по ссылке. Если вы хотите получить востребованную профессию и зарабатывать на этом, то также переходите по ссылке под данным видео и увидимся уже. Сразу же после регистрации вы уже получите первое видео и можете его уже изучать в удобное вам время. То есть не подстраиваться под там, какие-то вебинары, под время, под вам не придется, вы будете заниматься в удобное вам время. Поэтому неважно, заказчик вы либо потенциальный исполнитель, жду вас на курсе. До встречи!